Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видеоуроке мы разберем с вами, как активировать программу Pagomax Designer. Для этого необходим лицензионный ключ. Чтобы его получить, необходимо зайти в программу, выбрать экран, далее нажимаем кнопку «Применить», после этого переходим во вкладку «Меню», выбираем пункт «Лицензия», и в окне лицензии мы видим, что у нас не зарегистрированная копия программы. Чтобы зарегистрировать программу, необходимо скопировать ID компьютера и переслать его по почте, по которой вам был предоставлен доступ к программе. Скопировать ID можно двумя способами: выделить, нажать правой кнопкой мыши и выбрать копировать, либо нажать вот эту кнопку, и тогда ID компьютера автоматически скопируется. После того, как вы его перешлете, ответным письмом придет лицензионный ключ. Для данного видеоурока мы заранее заготовили такой ключ. Вот он. Копируем его. Снова заходим в программу. Переходим в окно лицензии. И для того, чтобы применить лицензионный ключ, необходимо нажать вот на эту кнопку. Далее в открывшемся окне нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Вставить». Нажимаем кнопку «ОК». Как видим, прошла успешная активация программы. Теперь необходимо перезапустить программу. Нажимаем «Выход» и снова заходим в программу. Как видим, водяной знак исчез. Снова откроем окно лицензии. В графе «Статус» у нас написано «Зарегистрированная копия». На этом процесс активации программы Pagomax Designer закончен. Увидимся с вами в следующих видео.